Ну а для развития спорта и популяризации здорового ладу життя у агрогородку Кадина Могилевского района открыли воркаут-пляцовку. С нагоды открытия тут зладили целый фестиваль здорового ладу життя с майстер-классами по мыловарению, вязанию и танцах. Але у центра уваги были все ж таки выступления удельников Федерации по воркауту. Воркаут-пляцовку побудовали у агрогородку Кадина еще у красовику. До официального открытия мясовые жихары поспели надать ей статус основного спортивного объекта. Займаться приходят навод семьями. Не только дети, и сами можно прийти на турниках, спортом позаниматься в свободное время, в выходные. Это то, что детям реально нравится, то есть детям, молодежи. Вот. В принципе, это и была наша эта идея, чтобы им понравилось, чтобы они, ну, скажем так, нашли реальную альтернативу употреблению алкоголя, табака и так далее. Что ты любишь на новой площадке делать? Ну, играть. А что, на каких турниках? Ну, на голках. Покуль для основной большинства малых эта пляцовка худший объект забавляльный, чем спортивный. Але организаторы уверены, выник обовязково будет. Мастер-класс показал, как можно переутворить гульню у спорт. Если этот интерес перерастет с простого лазения по турникам к чему-то большему, то есть, ну, целенаправленно заниматься, выполнять какие-то упражнения, то есть все шансы, все возможности, в том числе, ну, при присутствии таких площадок, добиться хорошего будущего и спортивных результатов. Сколько раз можешь отжаться? Пять можешь? Покажи. Катерина Балукова, Александр Артемьев, новины региона.